Берлин и Париж передадут европейским партнерам свои предложения по дополнительным санкциям из-за ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. В совместном заявлении говорится, что ограничения могут быть введены в отношении ряда физических лиц и одной структуры. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя ситуацию в Бундестаге, заявил, что Евросоюзу нужно сохранить сплоченность. Очевидно, что если обстоятельства не будут прояснены и не последует необходимая информация, то будут неизбежны целенаправленные соразмерные санкции против ответственных с российской стороны. Накануне эксперты АЗХО сообщили, что обнаружили в анализах Навального следы яда, аналогичного боевым отравляющим веществам из группы «Новичок». Таким образом, на международном уровне были подтверждены выводы европейских лабораторий о том, что Навальный пострадал от химического оружия. Москва раскритиковала доклад АЗХО. В Кремле подчеркивают, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске. Основатель фонда борьбы с коррупцией обвиняет российское руководство и лично президента в покушении на убийство. В конце августа Алексей Навальный был госпитализирован в токсикореанимации в Омске с признаками тяжелого отравления. Через пару дней семья добилась его транспортировки в Берлин, где он более двух недель находился в медикаментозной коме.